Студенты от уральских вузов вносят свой вклад в борьбу с паводками. Они делают насыпной вал вдоль Урала. За месяц они соорудили 6-километровое заграждение высотой 3 метра в районе поселка Бесокта. Также студенты участвуют в распределении гуманитарного груза, а ученые университета вошли в состав оперативного штаба и занимаются прогнозированием паводковой ситуации. Это было на самом деле непросто, но мы с этим справились. Сегодня это наш последний день. Мы завершаем общие укрепительные работы. Вот последние 100 метров. И можно сказать, что мы полностью сдадим свой объект. На базе университета создан эвакуационный пункт. 350 мест готово. На сегодняшний день проживает 132 водителя различных автотранспортов, которые приехали в помощь от Уральской области.